пропал? Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктую имя. Хелена Тучи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи. Так, я Уиллис Тауэр. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас Дакфейс. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... ищу ее дядю, а через Хелену быстрее выйдет. Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И с зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. И тебя автоматом логинит на всех сайтах, где ты зарегал. Значит, во всех реквизитах, на всех бумагах. О, бедная. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию. Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Погодь, круто. Что-то новое запустила. Она на Коннелли Сквер. Стеклянная хрень. Хелена там. Понял. Молодцом, Клара. Удали эти файлы. Так, Хелена, начнем. А ну, провали. Мисс Тучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Терпение. Да. Дядя Анжи? Хелена, опять нужны билеты на концерт? Нет, слушай, мне кто-то звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Черт, твой звонок с головой меня выдаст! Вешай трубку! Попался. Где же ты, Анджело Тучи? Ну, началось. Анджело Тучи. Он будет следить за переводом моего свидетеля.
Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя и платит тучи. Ну, удачи им. Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. В тюрьме. Устроить бы твоему парню несчастный случай, но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель, он же никто. Оказался ни там, ни в то время, меня не искал.
Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, достави мобилу. Есть у меня там чувак, справи... Берись! ТВС фиксирует каждый шаг человека. Никто не знает об этом. Thank you.
У тебя еще есть связи в тюрьме? Устроить бы твоему парню несчастные случаи. Но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель. Он же никто. Зался не там, не в то время. Меня не искал. Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, доставим мобилу. Есть у меня там чувак, справится. Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Мордой в пол, ну! Руки за голову, живо! Давай! Скажи, Джордж, мы квиты? Замри! Пирс, Эйден... Смит! Вы же устраиваете такой шмон приписки, чувак. Откуда у меня палево взяться? Да, да, одни невиновные вокруг. Иди давай. Про право человека слышал, тупой баран. Заткнись уже.
любопытную штуку. Называется кандидат. Пока известно мало, но когда я разбирал... Джорди, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. График я нашел. Где двор для прогулок? Наверху. Черт, пора. Ждите. Чувака, имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приметная. Он где-то здесь. Не вышло. Что ж, план Б.
Что от нас надо? Заставьте его говорить любой ценой. Все понял. Да, я тоже не допер. Сто пудов какая-то подстава. Вот кто вписался. Ну как тебе сказать? Не, чел. Хорош про этого хрена, либо все. Опа. Так, как до тебя добраться? Какой еще перевод? Кто вы такие? Требую адвоката. Куда мы? Че молчишь? Боже мой, где документы? Заткнись ты уже. Где мой адвокат? К адвокату и идем. Нет. Ё-моё! Только отряхнём тебя сперва. Ты чё придумал? Я не вожусь с продажными... Заткнись ты уже! Чёрт, нужно действовать, пока его не убили. У нас проблема. Его увели охранники. Чёрт, подвал, а не в подвале. Фу! Смотрю, какие-то темные делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь нараспашку. Сигнала тревоги не было. Гляди в оба. Что, два лузера забыли на стадионе? Без нас дело проворачивали? Думаешь, мы без больших друзей? Одними делиться кто будет? Нет, нет. Я же сказал... Ничего не было. Нам позвонили. Кто прогрел? Как же, хорош брать. Мы предупреждали. Считаем, что ты бессмертный. Да сколько можно? Все, что знаю, сказал. Клянусь. Правда, клянусь. А напарник? С ним-то что? Где он сейчас? Смотри. Давай лучше по-хорошему. Вы на линии огня! Хочешь уехать отсюда прямиком в морг? У тебя нет шансов! Здесь раненый! Походу я влип! Не зевать! Черт, вы на мушке, пригнитесь! Два лузера забыли на стадионе. Без нас дело проворачивали. Думаешь, мы без больших друзей? Одними делиться кто будет? Нет, нет. Я же сказал, ничего не было. Нам. Да ладно, давайте! Нет. Хочешь уехать отсюда прямиком в морг? Срочно!
боже, боже, боже! Всех положили! Залезайте! Стою! Люди! На помощь! Тихо. Ты здесь. Как ты сюда попал? Знаешь, это было просто. Все эти современные здания облегчают задачу. Мы знакомы? Что? Мы встречались? Нет. Нет. Ни разу в жизни, чел. Я так и думал. Ты у нас тут на 60 дней. Баньки выходят через месяц. Читай. Шестьдесят лет? Ты чё, чувак? Расписываю тебе варианты. Вдруг захочется поболтать с кем-нибудь или копом стукнуть. Все ясно. Всем постам. Сбежал первый мужчина, шел сбитый. Шлите на ряд в прачечную. У нас пропала связь. Понял. Действуем. Джорди, готово. Круто. Теперь самое время выбираться. Правда, к тебе там подарок плывет. Где? Поверь, не пропустишь.